Ну а мы начинаем с главного предложения только сегодняшнего дня. Это особая легкая ветровка, представленная от эксклюзивного бренда нашего телеканала, бренда Симона. Такая ветровка дает возможности быть верхней одеждой и не только. Ведь она может быть вашей ветровкой, она может быть вашей рубашкой, она может стать вашей блузой с капюшоном. Морской стиль всегда придает образу особой элегантности, ведь он заложен в сам бренд у нас с вами Симона. Это придает вам свежести, легкости, комфорта. 60% вискозы в составе данного материала обеспечивает легкость, значит, можно носить ее просто на обнаженное тело, то есть только с бюстгальтером. Молния у нас с вами позволяет ее носить в расстегнутом виде, кулиски фиксировать капюшон и, конечно же, кулиска по низу придает возможности видоизменять конструкцию. Два глубоких кармана и несколько цветов на выбор. Это лучшее, что вы можете заказать для себя именно в преддверии летнего периода. Ведь это больше, чем верхняя одежда. Это ваш жакет-ветровка Маргарет. Давайте с вами разберем цвета, которые у нас с вами представлены. Смотрите, здесь будет у нас модификация однотонные и две будут полосатые. Вот такой нежный розовый вы можете выбрать для себя сегодня. Напротив вам Оля уже демонстрирует красный, хотя он, знаете, такой светло-красный за счет именно денимового полотна. Он все-таки окрашен не очень густо. Голубой, такой спокойный, умиротворяющий оттенок. Более сочный у нас с вами есть оттенок лайма. Смотрите, как белые аксессуары здесь смотрятся у нас с вами на контрасте очень симпатично. Цвет фисташки можно выбрать сегодня для себя и хорошо сочетать его с какими-нибудь коралловыми или оранжевыми деталями. Бежевый цвет будет представлен у нас с вами в полоску. И мой любимчик – это темно-синий оттенок, тоже представлены в полоску. Поэтому сразу поспешу порекомендовать вам выбрать для себя либо полосатую модель и однотонную. Это, кстати, позволит вам сразу получить бесплатную доставку, если вы положили в корзину сразу две ветровки. От 50 до 64 размера. Данное предложение мы забираем размер в размер. Кстати, дама 48 могут присоединиться. И дама 66 тоже за счет свободного кроя. Наталья для вас как пример. Обладательница 48 размера по фигуре, роста 1,73 м, выбирает для себя стартовый 50-й. Поэтому по ее примеру многие дамы могут присоединиться. Оля выбирает для себя красный оттенок в своем 50-м размере, сочетает его вместе с джинсами, новинка этого часа, артерия. И, конечно же, выбирает для себя данное предложение в своем размере на рост 166 сантиметров. Сразу можете обратить внимание, как он сидит на разную ростовку. Функциональные паты позволяют нам видоизменять длину рукава. Кому-то сделать подлиннее, кому-то покороче. Я обязательно вам сейчас сделаю замерчики для того, чтобы вам было более комфортно и приятно сделать заказ. Выберем, например, розовый цвет в 50-м размере, в стартовом, да, и будем от него отталкиваться. Капюшон у нас с вами по высоте будет составлять 46-47 сантиметров. Посмотрим с вами также его в глубину. Он будет до затылка у нас с вами 31 сантиметр. Зона плеча у нас с вами приспущена, поэтому померяем именно предплечье. 26-27 сантиметров, то есть увеличено от ГОСТа. И, конечно же, в 50-м размере замеряем с вами по груди. Данное предложение 70 сантиметров, то есть на 140. Поэтому дамы 48 выбирают для себя и тоже присоединяются. И дамы 64 не предел. 66-68 тоже могут присоединиться. Именно мягкое уютное полотно на основе вискозы 60% и добавление эластана обеспечивает стрейчевость фактуры материала. Изделие выполнено у нас с вами без подклада, и это у нас с вами особая разновидность материала из денима. У вас есть ветровки, они брезентовые, защищают от дождя или ветра, имеют шелестящую поверхность. Это же у нас с вами больше, чем ветровка. Это ваш жакет, это ваша мягкая рубашка. Она, кстати, ничем, пожалуй, не отличается от той рубашки, которая сегодня на мне. Только у меня с отложным воротником, а у вас уже обеспечена капюшоном, кулисками и даже патами, которые у нас функциональны и видоизменяют конструкцию по рукавам. Данное предложение, напомню, выполнено без подклада, а это значит, что данный продукт можно носить просто как нательную группу. То есть надели на бюстье и пошли на работу. То есть как и верхняя одежда, и в то же время ваша любимая рубашка. При этом данный продукт очень компактный, можно его складывать и в ненужное время, да, и доставать, когда есть ветреная погода или дождливая.
У нас появляется отзыв из города Кемерово. Валентина Игоревна нам оставляет. Я видела анонс и поняла, что такого эфира пропустить нельзя. Мне очень нравится коллекция от бренда Симона. Товар дня просто супер вещь. Именно такую я себе искала. И именно такой длины все, что нужно. Спасибо вам большое за комментарий. Кстати, было раз, наверное, 4 или 5, чтобы не соврать, в Кемерово. А причем в зимний период, вот жалко, не посетил летом. Но говорят, что в Кузбассе как раз-таки достаточно жарко тоже бывает именно летом. Поэтому такая ветровка будет идеальным предложением для вас. А вот наша, кстати, постоянная покупательница Оксана Черевко ВКонтакте тоже оставила комментарий, что у нее аналоги этой ветровки уже даже 3. Есть полосатая и есть 2 однотонные. Тоже, говорит, в этот раз брать не буду, потому что уже 3 есть. Но всем советую. Сегодня появились новые цвета. Кстати, конечно же, это тоже многих радует, то что кто-то в прошлый раз себе не нашел оттенок. Смотрите, очень легко и комфортно ее сложить, убрать сумочку. Вот как раз-таки мне Наталья тут подает сумочку. Вот смотрите, раз, да, и все, и пошли на работу. Да? То есть на улице хорошо, солнечно, вдруг ветрено стало. Сразу достали из сумочки ветровочку. И надели ее на себя. Солнечная погода. Припекает голову. Очень жарко на улице. Моросящий легкий, такой, знаете, летний слепой дождик. Все тоже можно применить. Да, она, конечно же, не продукт, который защищает от влаги. То есть она у нас с вами выполнена на основе вискозы. Это деним особой выработки. Более легкий, не тяжелый. Ее можно носить в качестве рубашки. Кстати, она даже и зимой может быть применима. Вы ее как рубашку надеваете под вязаный кардиган или блейзер и продолжаете ходить. У вас просто модная рубашка с кулисками и с капюшоном. Поэтому я считаю, что данное предложение отгуляет свое весенне-летний период, еще застанет осень, и, конечно же, можно носить зимой просто в качестве модной рубашки. Поэтому это предложение действительно уникально. Цена изделия 1999 рублей. Если вы забираете для себя сразу 2 варианта, например, вот у нас с вами в полоску, темно-синий или бежевый, или забираете для себя однотонный, розовый, голубой, фисташковый и лаймовый оттенок, это уже сразу бесплатная доставка. Напомню, бесплатная доставка сегодня от цены 4999 рублей. Мы как раз-таки в нее с вами попадаем и можем выбрать для себя такое предложение. Можно выбрать вместе, например, как Оля, да, добавляет себе мягко-трикотажную блузу в полоску и вот такие укороченные джинсы из 97% хлопка. А вот красивый элегантный костюм «Двойку» выбирает для себя Наталья.